Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Звісно, всі ми пам'ятаємо, що Новий рік наближається. І саме час підводити підсумки. От з цією метою ми запрошуємо в нашу студію чиновників, політиків, депутатів, для того, щоб вони допомогли нам, а ми допомогли їм зрозуміти, що відбувається в місті, в країні. Можливо, хтось поділиться чимось особистим, теж цікаво. І от сьогодні в нашій студії людина, з якою я, чесно кажучи, спілкуюсь вперше, тим цікавіше. Один з наймолодших, можливо, наймолодший депутат нашої міської ради, Руслан Краснов. Вітаю вас, Руслане Загідовичу. Правда, наймолодший депутат міської ради? Я так спеціально не рахував, але... Ну, скоріше всього, да. Руслане, я почитав на сайті міської ради, що ви кандидат в майстри спорту з вільної боротьби. Взагалі, кандидат – це вже спорт високих досягнень, це треба перемагати в національних, міжнародних змаганнях, перемогти кількох майстрів. Ви як з спортивною кар'єрою? Вже будете майстром спорту, будете продовжувати ставати? Ну, після того, як я почав займатися общественной деятельностью, політичною деятельностью, у мене спорт отчасти где-то отошел на второй план, потому что очень тяжело совмещать и профессиональную спортивную карьеру, и политическую деятельность. Поэтому спорт в моей жизни очень важен, он формирует мужчину. Любой мужчина должен заниматься спортом, чтобы закалять свой характер, формировать его. Поэтому я также занимаюсь, но профессионально больше не веду эту деятельность. А я чому запитав, а де цікавіше, от там в сесійній залі, чи серед депутатів, чи на борцовському килимі? Тому що на борцовському килимі як? Є ти, є суперник, очі в очі, майстерність проти майстерності, моє кунг-фу сильніше твоєго. А в депутатській залі там вже ж якось інакше, мабуть. От можна порівняти ці відчуття? Ну, чесно, що стосується спорту, там единоборств, то у тебя ты видишь своего оппонента, то есть соперника, тебе все понятно. А что касается в сессионном зале, то очень часто, я вам так скажу, что люди есть, которые одевают маски, да, и ты не часто можешь видеть, кто из них, кто на самом деле, кто какую цель преследует, кто с благих намерений, кто с корыстных каких-то своих, там, скажем так, извиняюсь за такое слово, шкурных вопросах, лоббируют свои какие-то личные интересы. Поэтому надо в этом чуть больше разбираться. Поэтому... Я чому запитав? Я з вашим папкою це питання часто ми обговорюємо. От навіщо людина йде в політику? Я знаю, як Загід відповідав на це питання. Я от вам це питання адресую. Дуже цікаво потім буде порівняти. От що є мотивацією людини? От ви... Мабуть, у вас з спортом дуже добре все складалося. Тим не менш, ви зробили, віддали перевагу якимось політичним справам. Чому так відбулося? Знаєте, тому що все почалось где-то 4 роки назад, коли я почав уходити більше в общественную деятельность, коли у мене є круг людей, які мене підтримують, і з якими ми почали... Все началось с того, что мы начали помогать спортсменам, таким же, как и мы, где-то себя реализовывать. То есть в тот момент, когда та же Федерация вольной борьбы, то есть комитеты должным образом не помогают молодым ребятам себя реализовывать и находить себя, чтобы также защищать, допустим, свою же страну на международной арене, мы стали их поддерживать, потом пошли, начали заниматься благотворительной деятельностью, начали защищать интересы молодежи. Потому что мое личное мнение, что сейчас у нас молодежь, она очень разрозненная, и государство абсолютно не занимается молодежью. То есть государство, руководство нашей страны, скажем так, считает, это мое мнение, на словах, что молодежь – это наше будущее, но никто не занимается этими строителями нашего будущего, которые завтра становятся теми же чиновниками, находятся среди нас, также формируют какое-то общественное мнение вокруг себя. То есть никто ими не занимается. И мы больше делаем упор, в частности, я делаю больше упор на молодежь. То есть помочь им где-то найти себя. То есть, опять же, те вопросы, которые я часто поднимаю, это... Когда у нас идет очень большой ток молодежи за границу.
Спортсменов, в том числе. И спортсменов, кстати, тоже, которые являются, ну, скажем так, идут на хорошую зарплату защищать флаги другой страны, где, которые спонсируют их хорошо. А что касается оттока молодежи, то, ну вот представим, это у нас везде сейчас повсеместно, молодые ребята заканчивают университеты, государство тратит на них деньги, чтобы подготовить кадров, и потом у нас страна является сырьевым придатком, когда, по сути, наша молодежь идет работать за границу и повышать экономику других стран, и у нас таким образом большой ток молодежи. Вот даже наша страна занимает вроде бы 127 место в мире по уровню сохранения талантов. То есть от нас все уходят. Ну, потому что молодежью никто не занимается, нет рабочих мест, предприятия не берут на работу молодых специалистов, потому что им нужны уже опытные специалисты, и им негде найти работу. То есть по своему профилю, по... Ну, очень мало людей работает. А давайте вот на цю тему поговоримо. Ви є лідером молодіжного крила громадської сили, да? І от як ви, які проекти можна сказати, що ви втілюєте, ну, для підтримки от тих речей, абсолютно правильних речей, про які щойно ви говорили. Якщо йдеться про підтримку молоді, то що це за? Ну, що стосується, які я ініціюю проекти, це у нас є проект «Сильна нація», так, де ми предоставляємо всей молодежи возможность бесплатно тренироваться. То есть у тех людей, у кого нет возможности как бы, ну, платить за тренировки, мы предоставляем возможность заниматься в 3-4 видах, в 3-4 направлениях абсолютно бесплатно. Также у нас есть проект «Старший брат», где мы помогаем детским домам. То есть как и совсем маленьким малышам, так и ребятам постарше в интернатах. То есть пропагандируем здоровый образ жизни и как бы прививаем правильные ценности. Это из таких постоянных проектов. Правильные ценности? Ну, знаете, в данном случае правильные нравственные, людские ценности. Ну, допустим, что надо быть патриотом своей страны. Так. Нужно, ну, в данном случае, если мы разговариваем за мужчин, то нужно воспитывать, формировать в себе мужчину. То есть это надо показывать только на поступках. То есть не надо смотреть на тех, допустим, опять же, политиков, которые много говорят и ничего не делают. То есть человек ценен своими поступками. Слушайте, Руслане, я с самого початку хотів задати це питання. От дивіться, ви у міській раді часто буваєте, і кожен з міської ради, очевидно, що може зупинити вас і сказати, як пам'ятаєте, капітан Детревіль Д'Артаньяну, я знав і любив вашого отца, мальчик. Ну, а рахуючи, що до загіда там по-різному ставиться, там, я знаю і терпіти можу вашого отца. Ну, в будь-якому разі це плюс чи мінус, але от коли дивишся на вас, то очевидно, і вам, я думаю, що вам це знайомо, що спочатку у вас бачать, скажімо так, постать вашого батька йде поперед вас. А бачать вас, там, не знаю, там мажора чи якось так, там, чесно, я ніколи молодший. Я ніколи не сталкивався, скажем, з такими речами в мою сторону, тому що я всю свою життя віддав учебі і спорту. То есть я никогда практически там, я скажу такие слова, не тусовался, где попало. То есть я достаточно с раннего возраста стал понимать, что нужно быть полезным обществу. Ну, то есть нужно делать что-то. Если только, по моему мнению, сильный человек, имея какие-то возможности свои личные, может ими поделиться с нуждающимся. Также, допустим, сейчас у нас есть, ну, у меня есть определенный самостоятельный заработок, да? Но, мое мнение, не все могут себе позволить часть своих денег отдавать на благотворительность. То есть, если кто-то, у нас сейчас, знаете, допустим, есть у общества очень сильный запрос там, на патриотов, на общественников. Да. Тут на кого ни посмотри, по голову все общественники. А если каждого из них остановить и спросить, что конкретно вы сделали, очень мало людей, которые конкретно на делах своих покажут, что они сделали. Я сделал это, я сделал то. А нашей команде, в частности, мне есть что показать. То есть этим, ну, мы гордимся. То есть у нас есть за нашей спиной ряд больших и проектов, и, то есть, ряд работ, которые мы реализовываем. Поэтому, что касается самого этого направления, то оно мне привилось довольно-таки давно. Заниматься общественной деятельностью.
Приклад батька. Пример отца однозначно играет очень большую роль. И я скажу даже такую вещь. Он одновременно тебя и давит, потому что ты должен соответствовать. И одновременно очень сильно мотивирует, потому что у тебя нет возможности сплоховать, где-то промазать и где-то быть, то есть, как правильно сказать, не соответствовать ожиданиям каким-то. Да? То есть ты должен работать над собой, чтобы, скажем так, быть на определенном уровне. Хотя б, дивіться, є чому стремитися. Ви прийшли в міську раду, почали спілкування з депутатами, ну, з людьми, яких, про яких ви, можливо, чули, але особисто не знали. Тому що у вас ну, було якесь своє коло спілкування, тут воно значно розширилось, і не всі ставляться до вас із симпатією, на відміну від, там, можливо, якихось близьких друзів, близького кола. Як ви себе відчули от вже в цій тусовці, в цій атмосфері? В цій атмосфері... Коли від прямої критики до підставити можуть, ну і такі речі. Чесно, ну, опять же, я общаюсь з моїми колегами. Так. То есть ми видимся там на пленарних засіданнях, на сесійних мероприятиях. Мене вони абсолютно, скажем так, не волнують. Ну, как бы, знаете, как я отношусь к ним обычно. Угу. Опять же, я никогда не слышал, что кто-то бы что-то говорил. То есть у меня есть цель, у нас есть задачи, которые мы делаем. Остальное, если мы можем, опять же, где-то сотрудничать на благо наших горожан, на благо города, мы сотрудничаем. Но, соответственно, очень часто наши мнения расходятся, где мы не поддерживаем политику, которую они ведут. То, что они на самом деле делают, скрывая под определенным, скажем так... под определенной формой, под определенными высказами. То есть мы можем знать, что на самом деле кроется за этим. И часто мы их не поддерживаем. То есть... Ну, громадська сила знаходиться в опозиції до міської влади. Я знайшов ваш звіт за 16-й рік. За 17-й чомусь не знайшов, а вже і 18-й завершується. І от ви перераховуєте в рамках депутатської діяльності, зроблено та-та-та, придбання діагностичної апаратури для міської поліклініки, придбання встановлення приладу обліку тепла, поточний ремонт міжпанельних швів, омолодження дерев, заміна систем водопостачання і так далі, і так далі. Ну, дуже багато всього. І от мене привернув увагу ось такий ваш допис. Але розпорядження, ці розпорядження не були підписані міським головою, не дивлячись на те, що всі дії з боку, зі сторони депутата, тобто вас, були виконані з дотримання всіх процедурних норм. Саме рішення мера міста, кошти не були спрямовані на вирішення проблем мешканців міста. Це от та штука, про яку ви говорите, що... Ну, да, ну, у нас, скажем так, був період такий, коли ми були... Ми, громадська сила, являється в опозиції к власті. Так. І во многих вопросах не поддерживают їхню політику. І був такий період, ні для кого не секрет, це знають всі, що городская власть не виділяла деньги на роботи, на заявки горожан. То есть это длилось довольно-таки долгий период. То есть все заявки горожан, которые мы обрабатывали, и работы, которые предлагали на то, чтобы они начали выделять деньги, они не поддерживались. Тобто на заявки городян, які звертались до депутатів, які знаходяться в опозиції? Да, да. Ну, допустим, на своем округе, да, там обращаются ко мне люди, нам нужно сделать это, нам нужно сделать то, панельные швы, там, я не знаю, там, подъезды. То есть все наши заявки... В частности, мои заявки, они не рассматривались и не поддерживались. Потому что мы в оппозиции, в частой конфронтации, то есть есть такие вопросы. И в частности, наш лидер Загид Краснов, он не раз говорил и до сих пор говорит о том, что он за, мы выступаем за отмену вообще депутатских денег. Угу. Что такое за понятие депутатские деньги? Это не депутатские деньги, это деньги налогоплательщиков, деньги горожан. Они и так должны использоваться. То есть, если иногда городская власть забывает о том, что это депутатские деньги, что это народные деньги, и воспринимает их «я тут дам, а тут не дам», потому что кто-то говорит, а кто-то молчит, то это абсолютно неправильно. Эти деньги и так, то есть аккумулируется бюджет, эти деньги идти должны на развитие города, на помощь горожанам, там, на материальную помощь, на какую-то еще помощь. То есть, мы считаем, что такое понятие, как депутатские деньги, их нужно то есть, ликвидировать, убрать.
Просто город должен работать на своих горожан. И не залежати від того, хто в опозиції. 100%. А чому ви в опозиції? От які є такі основні речі, що відвели вас саме по цю сторону забору? Ну, що не подобається у владі? Ну, скажем так, в двух словах, мы в оппозиции просто потому, что, ну, во-первых, у каждого горожанина можно спросить, стало им лучше жить или нет. То есть, чтобы посмотреть эффективность работы городского совета, нужно спрашивать у горожан. Во многих вопросах наша фракция просто не поддерживает их, не поддерживает чиновников, которые погрязли в коррупции. То есть, соответственно, мы не можем, мы не хотим быть соучастниками этого действия, и мы открыто их не поддерживаем. Мы не можем там найти общее понимание в этих вопросах. Исходя из этого, то есть, мы приняли такую позицию. Мы можем на каком-нибудь прикладе разглянуть? Ну, вот, за протягом цього року таких прикладів багато. Вот, який би ви для себе відбули? Пример, как... Де на ваш погляд, от влада діє неефективно, а ви пропонуєте якийсь інший? Ну, не, опять же, неефективно, это просто нужно выйти на улицу. Вот смотрите, многие наши инициативы, которые мы подаем в городской совет, они не поддерживаются. То есть мы делаем больше, как просто громадская сила за собственные деньги, чем, ну, опять же, потому что мы в оппозиции. Что касается примеров, да их тьма. Просто, ну, неэффективность городской власти можно просто выйти на улицу и спросить у людей, там, стало ли им лучше там, жить вот в этом вопросе, вот в этом вопросе, там, уровень, допустим, жилищно-коммунальных услуг повысился, понизился. То есть вопросов достаточно много. У нас здесь ряд таких громких работ городской власти, не будем о них, которые... У многих горожан вызывают удивление, и они там длятся на протяжении уже многих лет, и они тоже показывают какой-то части составляющую коррупции у чиновников. Руслане, от дивіться, громадська сила вже там добрих півтора десятки років, вона втілює свої якісь проекти. І часто закидають, що, можливо, ви таким чином просто... Ну як, розбещуєте наших городян, ну, і вони звикають до того, що хтось прийде, щось за них зробить. Прийде або Загід, або Руслан, громадська сила, інша партія, міська влада, інший депутат, чиновник. І просто можна самим городянам, нічого не роблячи, чекати, що за них хтось відремонтує їм під'їзд, поставить лавочку, там проведе двір до порядку, закрутить кран, полагодить дах, ну і так далі, і так далі. Це за виключенням того, що комунальні служби і так мають робити. От наскільки ви вітаєте якусь ініціативу городян? І як ви її підтримуєте? Щоб не просто людям давати якісь блага і допомагати їм, а ще й виховувати відповідального, ініціативного Ну, смотрите, в громадскую силу есть очень большое количество заявок. Опять же, возвращаясь к тому вопросу, что, к сожалению, городская власть должным образом... Но проблемы накапливаются из года в год. То есть из года в год проблемы все те же, вопросы все те же. И, к сожалению, то есть в громадскую силу все больше и больше заявок с просьбой о помощи, где мы помогаем с собственного бюджета нашей партии. Что касается, как мы воспитываем в этом вопросе горожан. Раньше мы помогали всем людям, скажем так, чисто с бюджета громадской силы, но, к сожалению, мы начали замечать такой момент, что очень много людей не ценят то, что ты приходишь и мы делаешь. И мы начали работать по принципу софинансирования. То есть любой дом, любой СМД может прийти с просьбой помочь им в любом вопросе, и мы работаем 50 на 50. То есть жители своего двора, своего дома должны принимать участие в решении своих собственных вопросов. Также, для примера, это очень хороший пример, когда мы ставим за немаленькие деньги детскую площадку хорошего качественного уровня, и из-за того, что мы его ставим просто по заявке горожан, то горожане, ну, жители этого дома его не ценят. Но когда мы совместно ее ставим, они относятся к этому совсем по-другому. То есть они ее ценят, они ее там подкручивают, где-то смазывают. То есть они к этому относятся как к своему родному. И мы после этого поняли, что в принципе работать надо в таком ключе.
Тобто совместно з горожанами рішати їхні вопроси. Тобто вони якусь долю фінансову або своєю працею вносять? Да, ну, то есть, допустим, у них є ОСМД, вони сакумулювали якусь суму, приходять і говорять, там не вистачає вот стільки, це нормально. Не могли б ви громадською силою допомогти? Ми, відповідно, допомагаємо. Тобто нам навіть більше приємно допомагати такому дому, який є ініціативним і, знаєте, робить перші шаги. Ну, відкривно говорять, такому дому лучше помогать, чем человек, либо тому, который просто ничего не делает, сидит, ждет, там, кинул заявку, там, помогут, не помогут. То есть каждый сам кузник своей судьбы, и каждый должен делать что-то, чтобы жить стало лучше. Нельзя просто сидеть и ждать чего-то. Громадська сила розпочинала як суто міський проект. Свої депутати, постійно висуваєтесь ви на мера, на посаду. Зараз, вже, ну не зараз, а вже років кілька як, ви вийшли на національний рівень. Ну, зокрема, Загіда Красного зараз можна побачити в основному на національних каналах. Да. Я, до речі, не вітаю такої ініціативи, щось у нас його не було давненько. От, чому, наскільки, чому, в чому ви відчуваєте свій потенціал, щоб виходити вже за межі якогось суто міського проєкту на національний рівень? Ну, смотрите, ми порядка вже там більше 10 лет, більше 12 лет допомагаємо на регіональному рівні в рішенні абсолютно всіх питань. Наша команда представлена во всех городах Украины. То есть мы достаточно, наша команда достаточно много работает, чтобы понять, как изменить в общем страну к лучшему. Да. Как, а также как избавиться от коррупции, как побороть те вопросы. Те вопросы, и мы предлагаем свою программу, предлагаем свое мнение в общем на всеукраинском уровне. То есть мы давно уже вышли с какой-то местечковой команды, очень много лет назад, то есть поэтому наши лидеры выступают, так сказать, на всеукраинских аренах и предлагают наши инициативы. Руслан, ну, оскільки ви сказали, що ми знаємо, як нам побідити корупцію, то ви сам сказав, відповідно, я вас запитаю. Я запитую не лише депутата Руслана Краснова, а ще й юриста Руслана Краснова. Так як нам побідити корупцію? Ну, смотрите, є дуже багато мнений, от як побідити корупцію. Тисяча мнений всіх політиків країни. Да, Сі Цзіньпінь в Китаї нещодавно заявив, що все, ми побідили корупцію. Да. Знаете, как мое мнение, что коррупция не живет где-то, вот в каком-то углу, там, либо в каком-то кабинете, что вот можно прийти ее ликвидировать, либо что-то с ней сделать, и тогда у нас не будет коррупции в стране. Коррупция, это она настолько у нас уже устоялась, укоренилась, к сожалению, у наших политиков в обществе, что ее уже очень сильно сложно побороть. Но я знаю одно точно, то есть, чтобы кратко на этот вопрос ответить, нужно создать те условия, да, при которых невозможно будет брать взятки и заниматься коррупцией. То есть нужно сделать, нужно это сделать так, чтобы все надзорные органы, правоохранительные, антикоррупционные, полностью всем чиновникам дышали в затылок, и они боялись сделать, то есть превысить свои полномочия, либо взять взятку. То есть по-другому никак. Нельзя просто ругать коррупцию, либо ругать чиновников, открывать уголовные дела, либо на уровне уже Верховной Рады, когда депутаты погрязли в коррупции. То есть они понимают, что они безнаказаны, пока Верховная Рада не проголосует против них. То есть это практически, ну, невозможно. И у нас, к сожалению, не построены так правоохранительные, надзорные органы, чтобы они прям сильно боялись. То есть только таким путем, когда будут созданы условия, мы сможем искоренять коррупцию. То есть это должно быть насильно. Это будет больно, это будет очень много, очень многим, скажем так, кланам не нравится, но только таким путем. То есть должна быть, да, то есть должна быть политическая воля. Так. Чтобы это сделать. Нельзя просто говорить, да, это плохо. Ну, потому что коррупция, знаете, такая общая фраза, коррупция — это все. Это и гибель людей в больницах, когда не предоставляется им должная медицинская помощь. Это и плохое образование наших молодых людей.
То есть, когда им не предоставляется должного уровня образования, потом у нас приходят, выходят плохие специалисты. Коррупция – это все. Это не значит, что ты просто взял взятку и все. Это что-то большее. Поэтому только таким путем. Ну, у нас дивним чином створені там і Національне антикорупційне бюро, і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Да. Чомусь не пішло. Хоча галочку, що реформа відбулась, поставили. Да, ну, нельзя же просто сделать какую-то реформу, издать какой-то закон, и значит это сделать. Реформа – это то, после чего гражданам нашей страны стало легче, либо лучше. От того, что они просто, знаете, есть определенные законы, для меня как очень популистические. Нельзя сказать, что это просто вот, ну, мы уже сделали реформу. Людям реформа стала, реформирование, да, изменение. Стало после вашей реформы людям лучше жить или не стало? Только в этом вопрос. Слухайте, Руслане, я от вас слухаю, ви народжуєте і доносите якісь сенси, з ними можна, можливо, хтось не погодиться, як на мене, логічно. Окей, як ви бачите от майбутнє своєї політичної партії, себе в політичній партії? Дивіться, проходять вибори до виборів, ну, з різним ступенем успішності ви ці випробування проходите. Інколи там у вас є якісь плюси, там фракція збільшується, зменшується. Стосовно мерської посади, якось у вас поки що не виходить, в усякому разі поки що. От, політика ж така справа, від неї втомитись можна. Наверно, можна. Але вам це, я відчуваю, ще не загрожує. Ну, я... Бачите ви своє якесь майбутнє? От ви прийшли в політику, ну, з якогось рівня ви починаєте. Я так розумію, ви людина, яка прагне вдосконалення. Ну, очевидно, щоб якісь цілі перед собою ставити. Ну, знаєте, мені за самого себе тяжело говорити, але я не устал, я тільки почав. И это только начало. Что касается будущего нашей команды, то, мое мнение, у нас очень большое будущее, потому что с каждым годом доверие горожан только растет. В связи с тем, что то есть мы делаем очень большое количество работ, и люди могут сравнивать одну политическую силу с другой, кто говорит, а кто делает. И фракция у нас увеличивается, и с каждым разом мы набираем только обороты. А то, что будет там завтра, посмотрим. Все по воле Всевышнего, поэтому мы не можем загадывать, но мы можем приблизительно прогнозировать. А вот наши прогнозы такие. То есть мы это видим по уровню доверия людей, по тому, как мы выходим каждый раз с работами банально даже во дворы и видим благодарность людей за нашу деятельность. Это придает нам сил, это мотивирует нас на дальнейшую работу. Які у вас, у вашей политической силы, сильные стороны, как вы считаете? Сильные стороны – это… Вот наш лидер всегда говорил, что любовь к своему городу нужно доказывать делами. Так. Вот он тот человек, который всегда, он меньше говорит, больше делает. И он мне всегда говорит, что где бы ты ни сидел, с кем бы ты ни сидел за столом, с кем бы ты ни разговаривал, ты должен поступать так, чтобы тебе было что показать. То есть ты можешь просто, если кто-то ведет себя как популист, много говорит, ты просто можешь достать там свои дела. Обернуть, сказать, мы сделали вот столько-то, мы сделали вот столько-то, и это больше, чем слова. То есть наша команда славится тем, что мы всегда отвечаем за свои поступки, и все, что мы говорим, мы это реализовываем. То есть каждый наш горожанин знает, что если мы сказали «да», это 100%, и никак иначе. То есть это наши сильные стороны. У нас уже час и підсумовували. Якщо говорити про підсумки року, от… Давайте тут розділимо. Мені хочеться запитати, по-перше, чим цей рік був, от як ви бачите, чим цей рік був для нашого міста, чим цей рік був для нашої країни, ну і чим цей рік відзначився особисто для вас? Що касається… Давайте з міста почнемо. Ну, для мене, знаєте, этот год, ну, такой же, як і прошлый. То есть я вижу много недочетов, много очень скандальных работ, которые не дают мне спокойно на это все смотреть, поэтому этот год для меня не выделился ничем положительным. То есть у нас мы не делаем никаких, да, у нас, понимаете, у нас нет никаких резких скачков, либо знаете, целенаправленно мы не идем к тому, чтобы вернуть былую славу Днепра, как было раньше. То есть когда наш регион был
промышленный, сильный регион. То есть мы в этом направлении не двигаемся, у нас все, знаете, скачками. То, что работы у нас какие-то делаются, хорошие и плохие, это было всегда. Это было и в прошлом году, и 5 лет назад, это не показатель. Uh-huh. То есть у нас нет ничего более, чем бы мы могли закончить год и сказать, что здесь, допустим, мы преуспели. Тобто не вистачає якихось проєктів масштабних, включаючи тих, які обіцяли завершити ще в 2017 році. Да. Так, з містом зрозуміло. Для країни? Ну, для країни цей год, як і прошлий, і позапрошлий, вони дуже тяжелі, тому що у нас країна в стані війни. І цей год у нас і воєнне положення, яке дуже багатьох напугало. Тобто у нас, скажімо так, нам очень тяжело с этой политической силой, с этим руководством, которое сейчас у нас в стране. Mm-hmm. То есть у нас постоянно какие-то кризисы, у нас постоянно, то есть у людей абсолютно нет настроения праздновать Новый год, это мое мнение. У людей нечем праздновать Новый год. У людей нет достойных зарплат. Многим не выплачивают зарплаты, сокращаются. То есть мы будем надеяться на лучшее, будем надеяться на будущие выборы, где придет команда, которая поставит перед собой цель поднять нашу страну на нужный уровень, которая будет патриотично настроена. Но пока что есть много «но», к сожалению. Так, ну и для вас? Для меня, что, знаете, для меня этот год стабильный, как и прошлый. Работаем, все так же. Все хорошо. Ви все так же не одружений? Не одружений, ні. Там певна частина аудиторії по той бік кадру активізувалась на цих словах, я так думаю. На що нам сподіватися в минулому році? Тут я вже беру всі ці локації разом. От, як ви сподіваєтесь, що може бути наступного року для нас? Ну, що вселяє оптимізм? Я думаю, то, що многі граждане нашей страны ждут, это плановые выборы, к счастью. Их двое будет, президентские и парламентские. Президентские и парламентские, где будет как-то изменен курс развития нашей страны, и мы перейдем к чему-то другому. То есть это реально то, что ждут все. В принципе. Дякую. Спасибо. Будемо сподіватися. Я зараз не про політику і не про вибори. Я бажаю вам в новому році кращого чогось, чого того, от, що ви самі не лише собі бажаєте, а те, що ви будуєте. А я з ваших слів, мені, до речі, приємно було з вами поспілкуватись. Спасибо. З ваших слів зрозумів, що ви таки щось будуєте, якась стратегія у вас є. Дякую, сподіваюсь, ми продовжимо ще наші розмови. От про ту стратегію, яку ви вибудовуєте, вже будемо більш детально говорити. Дякую. Спасибо. Дякую вам, шановні, що були з вами. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Є що запам'ятати з нашої розмови. Мови, а потім пригадати, що ми і зробимо. Сподіваюсь, побачимось.